Армагеддон, прям реально адский какой-то у нас pay-per-view адское. Жарко капец. Я вам жалуюсь. А, кстати, знаете, почему жарко? Потому что я окно закрываю. Я же вам говорил, что я не буду орать. Я сижу возле окна, и там соседи все слышат. Подумают, что я придурок. И мы приходим, точнее, доходим до нового боя за титулы. Матч, который я очень долго ждал, как который ждал тоже долго очень Илюха, я уверен. Потому что не было совсем его еще на ОВЕшном бренде. Вроде как так же, как и Фредди в маске, который... Ну, как вы видите, матч ОВЕ Authority против Funny Flowers, как они назывались в 14-й. Надо бы и здесь их также переименовать, а здесь они по-другому как-то. Funny Guys, да, я их назвал вроде. Надо Funny Flowers также сделать, и чтобы привычнее всем было. Кто-то писал, я помню, что помнят их еще из первой игры, как Funny Flowers, ну, из 14-й части я имею в виду. Ну, многие меня, кто смотрит, только знакомятся с чуваками, поэтому впервые видят. OVE Authority, естественно, состоит из меня, как вы видите, Макси, да, и Илюхи. Самый левый чувак, понятно. И справа у нас команда Funny Flowers. Это Фредди в масочке и Джеки в перчаточках. Вот такие вот обстоятельства. Что же касается фактов. Я даже не знаю. Кстати, люди заранее скажу, что ставили на OVE Authority. И я в начале боя сказал, что будет матч, в котором я все-таки, наверное, сам выберу, за кого буду играть. И вы, уже следуя логике, я думаю, понимаете, что это будет за матч. Именно это вот этот матч. И я все-таки думаю, что лучше играть все бои за Макси. Все-таки это мой перс. И как-то, ну, больше мотивации выиграть, я не знаю, чем против себя драться. Ну, честно. Несмотря на то, что я уже как об этом говорил, да, как бы хотелось мне выигрывать всеми, но когда я дерусь против себя, есть какое-то чувство внутри, хочется поддаться или что-то типа того. В общем, у нас классный еще выход с Илюхой, как DX-овский. Я так понимаю, я больше как Трипл Эйч, а Илюха как Шон Майклс, да? Так оно и есть. Макс Деметал и Л.Ю. Ша. Мне все время нравилось, как он, как его называл, он анонсер Л.Ю. Ша. Еще что-то в начале сказал. Овен Илюша или Ове Илюша. Как-то так, да? Ну ладно. Первый раз видите вы Илюху, первый раз видите меня, и я буду играть за нас. Ну, я еще так, ладно, на рандомчик сделаю, посмотрим, все-таки я прав, что нужно играть за меня или за нас, или нет. Интересный факт, я так и не сказал еще, да, вот у нас тут таунты DX-овские. Вот классный выход, мне кажется, он нам подходит. Вот как команда мы выглядим вполне себе. Ну, я так считаю. В кожаной курточке такой а-ля Triple H, и Илюха такой спортивный. Ну, конечно, не супер Шон Майклс с виду, да, по одежке, но все равно, что-то свое у нас есть такое. OVE Authority. Люди, владеющие титулами, тэгтимовскими титулами. Попытаюсь я сейчас отстаивать эти самые титулы против участников, которые выйдут далее. Вроде у вас стандартный выход, чуваки, за это сорян, я что-нибудь поменяю. Если менял, то классно. Я не помню, менял я вам или нет. Либо я вам менял, либо Никите Валдину и... Ой, Никиту Фубли. Все спутал. Вано Валдину и Никите Бунину. Нет, вы выходите вместе, и не дефолтный вроде как это выход. Так. Фредди! The good guys. The good guys. Funny Flowers. Funny guys. В общем, как хотите, так и называйте. Ну, реально, выход у них такой, как Funny guys. Такой. Блин, забавно. Я прям вживаюсь. Вот в Universe, слушайте, я смотрю, как шоу настоящее. Давай, давай, полезли. Но смогут ли эти чувачки победить более серьезные OVE Authority? Funny, в общем, серьезность против забавностей. И опять же, то, что я хотел сказать, вот они, тактимовские титулы. Вот они, OVE Authority. Вот они, Funny Flowers. Что я хотел это сказать, что я, кем бы я ни играл, я что-то чаще проигрываю. Поэтому не факт, что если я буду играть за нас, что наша тима выиграет. Но я очень буду стараться. Здесь мотивация еще сверх, но я считаю, что как бы я ни говорил, все время я играю за всех одинаково и пытаюсь выиграть. Что сказать? Факт. Все-таки я очень часто его пытаюсь сказать, но не так и не сказал. Он очень интересный. Макси
первые свои два матча проиграл. А Илюха еще ни разу не участвовал. То же самое и в противоположной команде, только совсем все наоборот. То есть, кто там у нас? Чё? А, нет, не то, не то, посмотрел. А здесь наоборот, у нас Джеки свои два матча выиграл, а Фредди еще не участвовал в матчах. Что-то вроде такого инфы, если я не ошибаюсь. Вроде Фредди не было у нас. То есть получается, в каждой команде есть человек, который еще ни разу не участвовал, но в каждой команде есть те, кто два раза проиграл, и тот, кто два раза выиграл. Посмотрим, как это скажется, помогут ли тактимовские партнеры мне победить, допустим, Илюха сможет ли мне дать победить, либо же Джеки лучше выступать в одиночку, и его тактимовский партнер совсем ему не понадобится. Посмотрим. Давайте полистаю я так, просто так. Все равно я буду играть за нашу тиму. Ага, тут было бы вот за этих. Ну, нет, первый раз я поиграю за себя. И все-таки в комментах, если вам это совсем не понравится, напишите, я тогда не буду часто играть именно за своего перса. Это единственный просто случай, когда я буду выбирать сам. Ну, согласитесь, что я как бы снимаю и играю за себя в Юниверсе с собою, был бы лучше. Все равно в остальных я играю рандомом, правильно? Правильно. Ну ладно, там решим. Фух, что ж, выбираем. Вообще, было бы классно, наверное, если бы я симулировал матчи, но комп, может быть, что-нибудь не круто показывал, хотя я сам дерусь не очень-то и круто. Погнали. Мне очень интересно, кто же у нас останется, точнее, ну да, кто же уйдет из этого шоу с тактимовскими титулами. Пока что видим, что я огребаю. Angry Birds. Ну, типа, вы поняли, да, шутка такая. Короче, ладно, будем очень сильно стараться. OVE Authority все-таки это вам не труселя на полочке раскладывать. Как бы мы серьезные братки и все такое. Authority все-таки. Ну, мы, конечно, не в пиджаках деремся, но все равно выглядим, думаю, солидно. Напомню, по состоянию, да, Face или Heal. У нас тут, по-моему, все практически фейсы. Так, Фредди у нас фейс. Второго Джеки. Джеки тоже фейс. Макси, если я не ошибаюсь, у нас тоже фейс. И Илюха тоже фейс. А нет, Илюха у нас хил. Вот такая вот интересность в этом матче. То есть, получается, там все дружно, а здесь у нас фейс и хил. Ну, я уже говорил, что я больше к Твинеру отношусь, что я как бы и фейс, и хил, учитывая клоуна, который у меня на курточке при выходе. Ну да ладно. Ого, у меня уже 63%, ни хрена себе. Как же я справляюсь хорошо с Джеки. Главное не сглазить. Черт, он реверсирует. Пытается нас выбросить. Улетим ли мы, походу, что да? Ой, нет. Что это ты задумал? Оу! Оу! Илья, помоги! Бэкстабер! О, черт! О, жесть! Я. Блин, как же мне нравится этот прием бэкстабер. Как бы его ни проводили. В углу ринга, вот так на канатах или просто, как это делал Карлито. Мне все время нравилось смотреть за этим приемом. Он жестковат. Так, пытаться мне Фредди закинуть в свой угол ринга смысла нет, потому что он только что вышел. И пока дело у меня стали плохи. Все-таки я сглазил. Как бы, если я его туда закину к нам, он отрикошетит, и тег-тим мы не сделаем. Так я не передам. Сейчас попытаться бы тут разобраться. Пока что меня куролесят как хотят забавные ребята. Видимо, я тяну нашу команду на дно. Совсем уже все проиграл. Грядет третий. Вот что ты делает этот забавный пацан. А это пин? Ни хрена себе, просто прилип ко мне. Я уже подумал, баг какой-то. Как жвачка такой. Оп, прилип. Некбрейкер. Что-то прям совсем все пошло плохо. Я и правда сглазил. Нужно вернуть преимущество. Но я не могу сревелись. Опять эта фигня. Смотрите. Опа. Чик. И прилипает к нам. Блин, палевно, палевно. Еще и Илюха не рыпается. Ну, не пытается выбежать. Но я лучше, пожалуй, передам все-таки так просто. Хотя, иди сюда. Ну, даст ли мне Джеки передать тег? Илья. Илья хочет, но желания одного мало. Попробуем еще разок. Ой, блин. Не, нахер, помогите. Хватай его, Илья, хватай. Реверсируем. И так, нужно передавать. Нет, не дает, Джеки. Что ты делаешь, чертяга? Камбэк? Уже? У меня есть камбэк, прикиньте. Нахрен с пляжу, я тут ляжу. Ха-ха, ты такой смешной чувак. А чё, Funny Flowers, почему бы и не поржать над ними? А чё, какого хрена я не успел провести свой камбэк?
Там же вы видели, появилось. Ну вот камбэк у меня пропадает очень быстро. Блин, я нажимал треугольник сразу, как только я еще ржал. А он не захотел делать какой-то я слоупок. И вот Фредди уже вышел меня куролесить. Удалось мне увернуться, что-нибудь бы провести. За одну ногу схватил. Что-то просочилось, нога. И пошел я передавать так, а что-то все очень плохо. Илюха врывается в бой. Первое появление на ринге. И это должно быть очень мощное появление. Сразу же хайни с коленочки в табло. Элбоудроп. Ты что зыришь? Блин, не туда попал. Номером ошибся. Макси там совсем приуныл и ловит меня на джеке. Но я его тоже ловлю на ошибке. Так. Тох, сплэш. Опять ловит нас на ошибке Фредди. И мы реверсируем. Как? Что? В животянске как-то получилось. Что это за брейкданс сейчас был? На спине. Это было реально забавно. Поизбиваем в стиле Эджа. Смотрю, я там Макси что-то у нас оживился. И попробуем сделать какой-нибудь тактимовский прием. Вот, получается. Что же это у нас будет? Что-то крутое. Охереть. Смотрите, как мы умеем делать. Классно, да? Бам. И почему бы не потаунтить? Илюха снова хочет тег. Да без проблем, братишка. Сейчас я подниму этого масочника-маскарадника. Эй, а он реверсирует. Он так обиженно ударил меня. Черт! Я среверсировал, да? Хорошо. И получается у нас... Есть сигнатура, которую бы очень было классно провести. Проведу ли я? Я уже забыл, что у меня там за сигны стоят. А сигнатурка у меня вот такая вот крутенская. Бум. Мне кажется, жопа вообще так страдает. Ой, капец, камбэк. Нужно закидывать Фредди к нам в угол. Я среверсировал, да? Это сворачивание. Это беспалевое сворачивание. Тут выбегают тактимские партнеры. Илья немного пролетел мимо, как ласточка. Заходи обратно, братишка. У Фредди все-таки есть камбэк, вот хочет он не сильно его провести, я смотрю, а я реверсирую. А сигнатура у него все равно осталась, а как так? Объясните мне, плиз. What the hell is going on? Почему у него сигна появилась? Ну ладно. Упустил я этот момент, пин, что? Эй, Илья! Ой, капец, я вырвался, вот это повезло, потому что что-то Илья совсем не собирался мне помогать выходить. А у меня сил очень мало, я хочу передать тег. Блин, ну меня как щенка пинают. Пошел нахрен. Так, финишер. Ой, круто. А что же я смогу сделать? Что я себе там понаставил? Это RKO. Оба-да. Классно. Powerbomb и RKO. Что-то вроде этого сейчас было. Да как я его выкинуть-то хочу? Пин. Ладно, сделай Power Pin, но он уже будет обычным. Да пин делай. Тут, естественно, выбежит Джеки. Я не мог как-то переключиться на Джеки и выкинуть его. Ох ты, нифига закружила. Сегодня у нас день брейкдансов каких-то. Видели? Джеки до сих пор валяется. Нифига себе, что за прием такой прикольный у Илюхи стоит. Что это такое? Сабмишн? Бэкбрейкеры какие-то? Нет. Нифига, швырнул как мешок. Макси. Макси, плиз. Ну тут я должен вырваться. Тут куда уж. Что-то Илюха приуныл. Неожиданно было. Сигнатурку-то принять. А теперь финишер. И я с него не смог среверсировать. А это спином. Макси, выбегай. А это нифига не спина. Сейчас так шея у Илюхи согнулась. Это жесть. Не нужно дать сделать себе пин. Но я думаю, что последует этот самый пин. Такой вот. Вырываемся. Что-то совсем не помогает нам партнер. Я вот могу Макси походить. Как бы переключиться, если что, да? Сам. Так что, окей, будем делать так. Я думаю, нам нужно выбежать. И козлы, вы что делаете? Ха-ха. Ой, смотрите, он все равно проводит. Что за дерьмо? Что? Что это было? И переключаемся обратно на Илюху. Опа, погнали. Ты теперь, что ли, тактимовский парень? Ну все. Видели, как я схитрил? Джеки в одиночку пытался провести там финишеры. А я сейчас на двоих прыгну. Супер-пупер-пауэр-бомба. Ой, супер-супер-пупер-флэш. Сплэш! На рефа вообще нахер прыгнул. Пин. Реф, считай, алло. Реф, ты тупой. Реф. Раз. Ну тут, конечно, вырывается. Джеки. Чан. Ха-ха. Что это такое? Что-то типа Electric Chair, да, было? Да как же мне выбить-то этого... А, какой спир классный. Сигнатура. И сигнатурочка DDT-ха. Нифига себе, какая DDT-ха, Ули. Камбэк? Нарываешься на финишер, братан. У тебя неприятности. Что же за...
Он среверсировал. Он украл у меня финишер. О, нет. Будет ли он делать... Он будет делать камбэк, потому что финишер он не сможет себе сделать. Попадать надо... Попадать, но я не смог. Я не смог вернуться от камбэка. Финишер появляется у Джеки. Интрижечка есть. Макси, ты должен мне помогать. Что он делает? У него финишер, походу, в углу ринга, но ему мешает свой же тактимовский партнер. Это то, о чем я вам говорил. Нужно выбегать Макси. Макси! Да Макси! А уже все, Илюха уже на ногах. Ты что делаешь, эй? На нахер. Все. Пин. Ай, нет, а я уже пошел. Ну вот. Какой сумасшедший подзатыльник сейчас был. На Илье. Здравствуйте. Все, я ухожу. Это отстанет меня. Ой, Илья хочет сделать тег-тим. Тег передать мне. Но что-то как-то отрикошетил Джеки. Наверное, он резиновый. Элбодров в поясницу. Немножечко угомонились у нас страсти. Финишер, конечно, с реверсированной был... Не знаю, неожиданностью. Налетает фэспрессом Илья на Джеки и начинает чистить ему рожу. Напомню, что ни у кого еще лицо не разбито вроде как. Если я не ошибаюсь. Вроде не ошибаюсь. Я не должен ошибаться. Так, Илья тут гасит. Пока Джеки, я тут разберусь с его таким партнером. Сейчас прыгну, погоди. Супер прыжок. Ты чё, блин, вылез, эй, маскарадник? Я сейчас поговорю с тобой. Нахрен пошел отсюда. Пойдем поговорим. Пускай чуваки там дерутся. Нифига, я думал, хэдбат будет, а там дропкик. Камбэк у Ильи. Все прям день камбэков. Проводит свой камбэчище Илья, и у него должна будет появиться, естественно, сигнатура. Да, это супер кик. А мне нужно бы заняться Фредди. Я пока тут стол разбираю. Последует сейчас сигнатура от Ильи. Так оно и есть. Это какая-то другая сигнатура, не та, что была в прошлый раз. Я занимаюсь тут масочником. Эй-эй! Эй-эй! Бум! Илья делает пин. А я хлопаю в ладоши, потому что я избивал соперничка. Хорошо, это тебе за элбоудропы. Фредди Крюгер. Ха-ха-ха. Не знаю, как вам бой, честно не знаю. Но я сработал как тег-тим-партнер. Как обычно происходит в матче тег-тимовских, правильно? Когда сначала вроде дерутся по правилам, окей-окей, там иногда выбегают, но потом под конец просто начинается чебушня, все бегают в разные стороны, один вырубает одного, другой другого, и все-таки кто-то должен побеждать. Нам повезло, наверное, мы сохранили титулы, хотя все могло получиться иначе, и все было бы очень и очень плохо. Петюля, вот Илюха, вот сейчас тебе петюлю давай, давно тебя не было. Нашел, а тут появился и победил. Вот тебе было бы вообще обидно, да, если бы я слил этот тег-тим. Но нет, мы остаемся тег-тимскими чемпионами. И сейчас было бы прикольно, если бы Вано выбежал с Никитой Буниным. Это было бы вообще жесть. Но ничего, как видите, не происходит. Вообще что-то заставок сегодня у нас мало. Вообще их нету, вроде как. И тег-тимовские чемпионы остаются при своих, назовем это так. Смотри, Люха, у меня бицуха круче. Ладно, следующий бой. Следующий бой номер 6. Такое ощущение, как будто я весь день сижу сегодня и записываю видосы. О, мне дали какую-то хрень. NXT-шные титулы. А, кстати, писали, что почему бы не поставить ареной на ОВЕ NXT-шную. Ну, я думал об этом. Как бы она прикольная, мне нравится освещение в ней. Желтый цвет там сочетается с черным тогда. Но не знаю, что-то я решил вот мейн-эвент оставить. Но если что, может потом поменяем. А вообще, у нас всегда на шоу была своя арена, но нынче никто не занимался, видимо, этим. А мне самому лень, и я плохо сделаю. Главное, это ОВЕ лого, в принципе, заполучить в игру, да и все. У кого-то уже оно есть, я помню, на спине наклепанная. Можно сделать аренку такую, да и все, и играть на ней. Будет своя, собственно, и никаких NXT, никаких мейн-эвентов. Фух, жарко-то как, ёпта. То ли от эмоций, то ли от того, что окно закрыто. Номер 6. Бой в предыдущем, кстати, ставили на нас. Мы выиграли. Хорошо. Бой номер 6. Два чувака на буковку D. Первый уходит Данил... Даже не знаю, чего сказать про него. Данил, бывший тег-тимовский партнер... Шучу, никого. Свой первый матч выиграл Данил. Свой второй
по-моему, тоже выиграл. У него есть некий стрик у него вроде как. Хотя у Дэвила тоже стрик, две победы. Подождите, Данил, вот у меня написано на листочке, свой первый матч выиграл. Потом он дерется против Сёгуна. Сёгун, по-моему, свой матч проиграл первый. Значит, у Данила тоже стрик. То есть, два чувака со стриком, что ли? Или я себе инфу неправильно написал, просто было написано, что вроде Дэвил имеет стрик две победы. А сейчас посмотрю опять же по листочкам. Дэвил, Дэвил. Нет, Дэвил у нас наоборот проигрывал, поэтому Данил все-таки со стриком. А Дэвил проигрывал Сириус Киллеру, а первый свой бой он выиграл. Вот. Такие дела были у нас. В общем, ладно. У Дэвила одна была победа, поэтому стрик у Данила. Не запутаться бы. Я себе даже сейчас черкану. Ну, тут пока выход, они вроде нестандартные, поэтому можете пока посмотреть. Не знаю, интересно вам это или нет. Но я вас не спрашиваю. Хотите, перемотайте что? Так, запишу я себе правильно, чтобы знать. Данил имеет стрик две победы. Прервет ли Дэвил, на которого, кстати, люди ставят? Ага. Дэвил выходит вторым. Я просто, вот я их путаю. Иногда Дэвил, Данил. Что-то имена не называл, да, кто создал. Ну, что-то это уже не важно. Шестой бой такой, знаете, после тактимовских обычный какой-то, да. Многие, мне кажется, его даже промотают, но не нужно этого делать. Это же тоже участники, это же тоже чуваки, которые могут что-то показать классное. Я помню, у кого-то из них, по-моему, у... Сейчас скажу, у Данила вроде прикольная сигнатура, когда он отталкивается от грудака, чувака, типа дропкик такой, да? В общем, ладно, Данил имеет стрик, две победы, да, я помню, первую он победил во второй. Ну а Дэвил проигрывал свой матч второй Сириус Киллеру. Ха-ха. Ну и Дэвил, естественно, если он проигрывал Сириус Киллеру, он был с ним в тэг-тиме. Дела у него похуже, а вот его братишка еще в мейн-эвенте сегодня у нас будет. Короче, давайте выбирать, с кем будем играть. Смотрите, у нас не особо-то и буквы меняются, всего лишь две. Будем играть Данилом и пытаться свой стрик продолжить. Погнали! Эй! Буф! Бигбут такой гигантский, но не дотянулся я, несмотря на то, что растяжечка вроде хорошая. Так. Ай-яй-яй. Не успел я выиграть борьбу. Опять пытаемся продолжить эту самую борьбу. Дэвил это у нас Макс Труфанов, а Данил это... Ой, черт, джойстик скрипнул. Данил... Кто такой Данил? Данил Стрижак, все понял. Фейс. Данил Стрижак фейс, а Дэвил хил. Дэвил хил, вот видите как. Дэвил злой. Но зато у нас есть стрик, и мы фейс. Капец, жопа вспотел. В общем, ладно, давайте мочить его, что он себе позволяет. Просто столкнулись так грудаками. Чё ты, блин, чё ты? Как эти, не знаю, качки-кабачки. Ну, чё-то хочу крутое провести. Там, помню, про кого-то писали, что татушки недоделаны. Не у этого, нет, не у этого чувака. Не у меня, точно, не у Данила. Бам-бам. Синяя подошва, кстати, где-то я сегодня уже видел. Это знак, это мафия. Мафия в ОВЕшном бренде. Такс. Бам, ух. Дали понюхать наш носочек. Хорошо. Па-па-па-па-па-па-па. Реверсирует Дэвил от нашей попытки что-то сделать лютое. Что это такое? Пинок в спиненцию. Я помню, по-моему, у Дэ... О! Нифига улетел! У Дэвила тоже классные что-то... Сигнатура или финишер. Но я не помню, честно, что у них там стоит. Могу посмотреть, но не хочу. Пусть будет непредсказуемость. Если я уж совсем запутаюсь, я буду смотреть туда. Так, таунты. Е-е, сюда иди на. Я попробую... У нас, кстати, Extreme Rules какой-то. А, или это Main Event Extreme Rules, да? Ой, значит, будет интересно. Но рано еще говорить о Main Event. У нас еще вот этот бой. Я попробую взять предмет, но мне кажется, меня пошлют нахрен. Какой-то длинный. Нет, нельзя. Все правильно. Так, идем сюда. И как думаете, что это будет? Да, это Big Boot. Я хотел поставить на Elbow Drop. Ой, на Elbow Drop, на Leg Drop или Big Boot.
Так, чё, как на лошадь чуть не залезли. Что-то пытается нам противопоставить Девилу, у него это, в принципе, получается. Такая какая-то непонятная равная борьба. Что происходит вообще? Больше процентов, кстати, у Дэвила. Что это вообще не дело? За поясок схватили, назад бросили. Мне Дэвил напоминает какого-то охранника, я не знаю, или в фильме каком-то образ чувака, вот такой. Какой-то, я не знаю. Что-то мне напоминает мента какого-нибудь, может. Американского в фильме. Уф, мэн! Я крутой, а ты нет. Супер, да? Предложение. Так, еще вот так мочканем. 95 у нас проциков. Мне кажется, что здесь какая-то развязка такая будет со стыренным финишером или что-то вроде того. Камбэк у Дэвила. У нас реально люди все камбэчащие. Ой-ой-ой. Так. Как я что-то... С какой реакцией нужно нажимать кнопки, чтобы увернуться от камбэка? Наугад, походу. Эть! Сигнатурка, спасибо. Как я вам и говорил, как я вам и обещал. Что такое происходит вообще? Бам! Сайт слэм. Ай, блин, канаты. Это что-то... Ну, сайт слэм, да, как бы Wind of Change или же Abyssal Slam. Как он там назывался в TNA, чувака. Блин, значит, мало нашего финишера, проведенного на Девиле. Ну и у него тоже процентов, кстати, уже много, чтобы заработать себе новую. А, ну там камбэк был, там была халявка. Ну, блин, во, у нас тоже был камбэк сейчас, но нам не дали. Что это за издевательство, как над животным? Сюда один... Блин, даже не дает ничего сделать. Rush Leg Sweep сразу же следует. Камбэчим, камбэчим, камбэ... Что это такое? Что ты делаешь? Это что за прием такой? Ты меня укусить хочешь? За животик? Что это такое? Смешно смотрелся этот прием. Мне кажется, он головой в меня не так вошел, а вырываюсь. Ничего себе. Сигнатура это была, кстати, да. Не финиш. Интересно так смотрелось, как будто это что-то баганое. Как будто он должен был меня на шее держать, а получилось, что он... Или я слишком высокий, или он слишком маленький, непонятно. Так, опять спин, ну, сразу же вырываемся. Все-таки интрига есть, кто же победит. Я пытаюсь создать эту интригу. Ну, как бы я не специально же там что-то могу сделать, подарить сигнатуру или что-то типа того. Я пытаюсь как бы выиграть, но... Из этого выходит, что здесь интрижечка, ха. Пацан пытался провести мне что-то на бегу, видимо, финишер, но он обломался. А у нас-то сигнатура появилась. Что это за сигнатура у нас, я правда не помню. Он мне объяснял, давайте я посмотрю. Jumping Knee Attack. Наверное, что-нибудь отсюда. Ну что, попробуем. Дэвил лежать. Да куда ты крутишься? Капец, зачем ты так? Как собачка лазит. Черт, нахрен отсюда уйди. Интересно, а что же я должен сделать? Я считаю, что я Бэтмен. Давайте проверим этот факт, Бэтмен я или нет. Я нажимаю сигнатуру, но она не проводится. Как же она должна на бегу, наверное, что-нибудь. Сейчас попробуем. Эй, hey man. Да, конечно же на бегу, точно. Я же сам говорил про этот дропкик. Как я мог забыть? Charge Finisher. Надеюсь, не украдет Дэвил у нас. У него будет тогда их два. И будет беда, если что. Хорошо, с коленки. Сегодня у нас много очень было классных ударов с коленки. Хайни, что типа того. Раз, два, три, победа. Наша победа Данила. И стрик его продолжает расти. Три победы из трех. Хорошо. Вот это что-то было странно. Мне кажется, он все-таки за шею должен был держать. Он держал перед собой. Как будто он врос в меня. Это была его сигнатура. Ну, ладно, неважно. Вот этот хороший был прием. Также на бегу дропкик классненький. Ну и, в принципе, все. Не думаю, что мы должны здесь чего-то ожидать. Просто РФ поднимает руку победителю. Все нормально. Напомню, что Данила это фейс. И не будет он откидывать руку рефери, просто порадуется вместе со зрителями, провожая нас на мейн-эвент. Все.
всем спасибо за просмотр. Следующий мейн-эвент будет в следующей части, он шучу. Давайте двигаться к этому самому мейну. Иначе я сейчас растаю. Хватит ныть, паскуда. Играй мейн-эвент. Serious Killer, который стал у нас на сегодняшнем шоу чемпионом. Чемпион против чемпиона. Матч Extreme Rules, не забываем. Но один титул стоит на кону, а второй титул не стоит на кону. Так что здесь очень интересно все будет. Сашке против Serious Killer. Это будет интересно, я вам отвечаю. За 9.99 вы можете выкупить у меня... Ой, блин, эти шуточки. Черт, а так было бы классно. За 9.99 мейн-эвент ОВЕшного бренда. Ну, рублей за 9, конечно. Короче, ладно. Что-то я начинаю опять плавиться, нести какую-то чушь. Я не представляю, как люди комментируют доту с 6 утра до 6 вечера, и то и больше. Просто жесть. Мне вот Юниверс-то полтора часа два записывать тяжко. Ну, ладно. Они хотя бы не поодиночке. Я тут в одиночку сам с собой разговариваю. Ну ничего. Не впервой. WWE Championship. Первый уходит чемпион Сашки. Простите, ребят, я забыл поменять ему выход. Ля-л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 я. Пропускаем. Никто ничего не видел. В предыдущем матче ставили на Дэвила, победил Данил. Ха-ха, не угадали. А теперь... Чемпион Serious Killer. Остановит ли Сашке разогнавшегося Serious Killer? Или у нас будет новая звездочка, новый чемпион, еще один новый чемпион, опять же вдвойне на сегодняшнем. Просто вот, если сейчас Serious Killer побеждает, он просто становится, я не знаю, MVP ОВЕшного бренда. Я не знаю, это будет просто жесть. Ему еще в тактим податься и забрать еще там у нас титулы с кем-нибудь. Посмотрим, что будет. Мне очень интересно. Я вот сейчас сижу, сложил руки вместе, словно я молюсь. Прислонил их к носу, как будто я и правда молюсь. Лахабар. Лахаба. Так что, что ты несешь, тупой? Мозги плавятся. Короче, чемпион Дольф... Ой, ёпта. Чемпион Serious Killer. Против Сашки. Сашки так смотрит. Так, так. И вот этот вот перец сегодня у нас стал чемпионом. Хм. Ща я, блядь, разомну его. Интересно. Матч реально подогретый интрижечкой. Матч подогретый противостояниями. Матч подогретый титулами. Очень классно. Сейчас должно быть классно. Самое главное мне не сплоховать и... отыграть на 100%. У меня будет любая мотивация, за кого бы я ни играл. Если я буду играть за Сашке... У меня две мотивации. Сохранить свой титул и охладить пыл Serious Killer. Если я буду играть за Serious Killer. Я так хотел, чтобы это было официально. Ну ладно, я уже забазарил. Ну ладно, давай посмотрим. The Grandpa. Дедуля. Дедушка. Дедуля. Из армии вернулся. Дедуля. Короче, если я играю за Serious Killer, у меня тоже мотивация продолжить свой путь и забрать еще один титул. Конечно, мотивация посильнее Serious Killer, да? Хотя, фиг знает, забрать титул и сохранить его, это одинаково, равноценно, я считаю, мотивашки. Но что же мы будем делать? Пытаться сохранить или пытаться заполучить еще один титул? Ух, сейчас реально решается судьба, я не знаю, титула, но, как вы знаете, я могу и проиграть, я могу и выиграть, затупить и не затупить. Могу поставить, симулировать и уйти, но это не то. Играем все по чесноку, играем всеми и вся. Я нажимаю Join. Сейчас интрижечка нарастает. Я не знаю, может быть, кто-то уже посмотрел свой бой и забил, расстроился, проиграли, да, там. И мейн-эвент не смотрят, но мне очень интересно, вот... Прям как, слушайте, реальное шоу. Давайте выбирать, кем мы будем куролесить. Я закрыл глаза. Я сейчас их открою и увижу, что мы будем пытаться стать двойным чемпионом. Если это у меня не получится, сорян. Если это получится, сорян. Как бы не знаю, но мне насрать. Я играю Serious Killer, я играю не против Макси. Я должен стать дабл-чемпионом.
Жесть. Что еще сказать? Погнали! Фух! Че сюда иди? Ты чемпион, что ли? Эй! Я тут всех раскидываю. Я здесь новое лицо. Ты никто. Пойдешь к своему Максе жаловаться. Слышь ты. Будешь с ним в команде. Да хоть втроем будете в команде. Я один буду драться против вас. Давайте устроим... как они там называются? Гандикап матчи. Сашке, Макси и Илюха против Сириус Киллера. Если проигрывает эта троица... Ой, как хорошо прокатился. Если проигрывает эта троица, то я еще становлюсь тег-тимовскими. Ну, я говорю как от Сириус Киллера, от его лица. То я становлюсь еще и тег-тимовским чемпионом. Я забираю все титулы себе. Если же выигрываете вы, то... Ладно. Так уж и быть. Ну просто я не могу, что еще можно... Что он может сказать в ответ, если проигрывает он? То его карьера завершена? Или то он возвращает все свои титулы обратно? Можно фантазировать сколько угодно, но пока что проблемки у Сашки. Пока что у него проблемки, но не забываем, что уровень сложности стоит легенда, если чё. Тут еще куча предметов, возможностей, я думаю, что здесь поразбиваю. Вот здесь, как бы ни сложилась ситуация, я постараюсь реально покуролесить на славу. Сириус Киллер, бам, Сашке уже опробовал железячки, которые у нас по углам находятся ринга, по две стороны. Сюда иди, эй, хватит танцевать лунную походку вперед. И ведь идет сюда. А что ему еще делать? Хыть! Оу! Ошибся! Я думал, я просто пригрожу, знаете, как он так, типа, одну руку на канат кладет, а другой грозит Южному Централу. Опа! Вот этим приемом уже пользовался сегодня Сириус Киллер. Чувак даже зафоткал там, как все это произошло. Нет, 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 не бери, не бери, не бери. Сейчас бы какой-нибудь сюда суплик сделать. Слушайте, на этот Steel Steps. Вот это было бы круто. А ну-ка. Швырнуть. Ай, не туда немножечко. Реально, сделать какой-нибудь суплекс на Steel Steps вот так назад, это было бы круто. И мне кажется, они даже отъедут. Опа, суплекс. Ну-ка. Нет. Да! Ну, как бы, типа, комментатор говорит, что повзаимодействовали мы со Steel Steps, но я что-то не особо-то это увидел. Ну, поплавился немножечко Сашке. Ну, это, блин, тут взаимодействие такое себе, если честно. Так, реверсируем. Нужно как-то... Эй, Сашке, ты что? Я понимаю, что ты чемпион, но давай полегче. Я тебя угомоню, наверное. Чё я могу тебе сделать? Смотри, какие мне волосёхи. Я Дольф Зиглер стайл. Бам, получи. Сигна есть, у нас сигна есть, у нас... А, у Сашки ее нету. И мы проводим... Нет, нихера! Бам! Фуф! Нет, слушайте, а среверсировал все-таки? Несмотря на то, что я обратно за... Ну, тоже среверсил, у Сашки все-таки проценты повысились. Он у нас украл сигнатуру, да? Нам чё, какая разница? Вот вторая уже на подходе. Что-нибудь с рукой сделаем, давайте. Бам! Что-то мы начали драться внизу, а как же без предметов? Сейчас что-нибудь возьмем. Так, ля-ля-ля-ля-ля, лесенка. Вы любите лесенки? Ой, Сашке, полегче. Ой, полегче. Бам! Отрубился. Нахрен. Сигна. Сейчас-то проведу. Хорошо. Я забыл, как называется. Горы бомб вроде, да? Или как? По-другому. Ну, типа на лестницу, да. Давайте проверим, если у Сириус Киллера... Ах, ты реверсируешь? Оп, пойдем сюда. Если у Сириус Киллера здесь МГ-момент? Я обожаю этот МГ-момент. Если он у него... Есть! А-а-а, сейчас чья-то голова зазвенит. Ой-ой-ой, нужно это слушать. Хоф, мать твою. Там еще кровь такая, типа, свернула. Эй, тетка, уйди нахрен. Не видно? Во-во-во. О-о-о, капец. Бум. Это, черт возьми, Extreme Rules. Не забываем. Офигеть. Бой за титул. Сашке разбито лицо. Матч только, грубо говоря, начался. Но он уже в самом разгаре. Пекело началось. Это капец. Теперь я понимаю, почему у меня пукан горит. Плавится мое лицо. Потому что это жесть. Камбэк. Сможет ли Сашке вернуться в бой? Или же продолжится его избиение? Ну-ка, ну-ка. Ой-ой-ой, как классно. Вот это было круто. Слушайте, бульдог, который, возможно, решит все. Но я не знаю, пока что я все-таки держусь с Сириус Киллером. Бульдог на стол, который стоял там. Слушайте, тут прям как реальный бой происходит. Это капец. Типа, споты классные. Чудятся у нас тут.
прыж... Вот, я думал, что я вот так пригрожу в прошлый раз. Но нет! О! Полетел как пуля, как Супермен. И опять элбудропик в стиле Дольфа Зиглера. Капец, вот просто жесть. Это такая лютая штука происходит у нас. Я не врубаю вообще. Я просто в шоке. Ща мы запульнем Сашке еще в стил степс. Зазвенели коленочки и его сухожилия в этих коленочках. Разберем анонсерский стол. Сашке танцует опять лунную походку вперед. Не понимает, что происходит. А я возьму стил степс и поиграюсь ими. Сашке что-то там нашел. Что же он нашел? Биту. Ой, не надо биту. На, получи. Вот так вот я его избиваю, лицо у него уже все в кетчупе, и такое ощущение, как будто сложность-то вообще изи, но она стоит. Легенда. Ой, прям на стил степс швырнул. Я чемпион, я сириус киллер. Сейчас я не знаю, люди, наверное, делятся 50 на 50. Что ты делаешь, Санечка? 50 на 50, это что? Ёб твою мать. В том плане, что кто-то топит за Сашке, кто-то хочет, чтобы этот чувак стал дабл чемпионом. Правильно, не так, конечно, сказать. Так, чой... Что еще? Сколько же боли еще Сашке придется получить? Опять этот прием. А как другой? Что я умею делать еще? Я же могу посмотреть. Нет. Куда дайвер. И ребаунд лариат. Это что? А, когда возле канатов. Окей, понял. Будем знать. У нас теперь есть финишер. Этот финишер мы можем использовать по-разному. Ё, вы посмотрите просто, какая башка красная у Сашке. Совсем все плохо для него. Совсем все плохо. Это называется расслабил ягодицы. Хотя, подождите, нет, у нас Сашке дрался в предыдущих. Опять бульдог. Возможно, вот этот хэмбэчащий бульдог. Кто его знает? Только я заговорил о его разбитом лице, как сразу же Сашке пытается что-то сделать, но нет. Мы переводим опять на DDT, опять лоб Санечки страдает. Божечки. Что делает этот Serious Killer? Реверсирует опять Сашке. И все-таки избивает нас, стоя возле баррикады. Близок, Саня, к тому, чтобы заполучить себе сигну. Это очень важно, я делаю на этом акцент не зря. Эта сигнатура его может решить очень многое. Но мне не дает он закинуть его, чтобы сломать Security Wall. Совсем никак не дает. Ай-яй-яй, как-то я еще добежал именно в Steel Steps. Обычно, когда я так... Ой, в Steel Cage. Тьфу! В Steel Post. Обычно, когда я закидывал сюда чела, он либо залезал на ринг, либо что-нибудь еще. Serious Killer'у нужно обдумать свои решения. Что тут ты ищешь? А вот это, возможно, ошибка. Ошибка от Сашке? Да хрена с два. Он просто так же реверсировать продолжает. Слушайте, а ну-ка... Какой он еще и быстрый. Neckbreaker. И пару мувов, и у Сашке появится сигнатура. Но я опять реверсирую его попытки что-либо нам противопоставить. И он же опять реверсирует. Ну сколько можно? Если ты не хочешь так... Ну что, капец, я отлично еще закинул. Неправильно. Ладно, давай ломать комментаторский стол тобою. Сейчас я еще обычный достану. Это иди, я не могу просочиться. Что, плохо что ли все? Тебе плохо, да? Ой-ой-ой. Могу сделать ему обычный финишер. Да почему бы и нет? Какого хрена? У нас что, RKO там стоит? На, по жопе. По спине. RKO! А вот здесь больно RKO. Повторном, конечно. Это достойно мейн-ивента. Слушайте, я не знаю. Но еще не хватает какой-то агрессии со стороны Сашке. А мне какая разница, правильно? Я доминирую хорошо. Но просто чемпион должен немножечко активизироваться. Учитывая, что у него тирка похожа на Джона Сину, я боюсь даже говорить этих слов, что... Он может активизироваться. Попробую я... Ой-ой-ой. Что ты делаешь? Только без сигнатурок, пожалуйста. Бигбут не получился. Пошел размен такой, знаете, опасный. Я хочу как бы с одной стороны закинуть его на ринг и посмотреть, что за вторая сигнатура. С другой, если я туда залезу, он мне проведет сигнатуру и сделает пин. И из которого я вряд ли, наверное, вырвусь. Я почему-то так думаю. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Опасно. Не смог среверсить я. Бьемся башкой об комментарский стол. Среверсировать не получилось, что это такое. Надеюсь, не сигнатура, нет. Ну, это был обычный прием. Оно и понятно. Ай-яй-яшки. Эй! Среверсировали. Сигнатуру? Ай, не сигнатуру. Обычный прием. И нависли так на Сашке. Ну давай, я должен быть чемпом. Появляется у нас
Очередной финишер. Бульдог. Сашки любит бульдоги. Вообще, если честно, у него просто мувсет стоит Стива Остина. Я вам наспойлерил его сигнатуру с финишером. Вот у меня вот близко Security Wall и Steel, ой, и Announce Table. Я не знаю, куда мне закинуть, я ни туда не могу, не получается. Реверсы Сашке, хорош. Хорош так шутить. Все-таки я закину его на ринг. Или не закину, но уже я это сделал. И попробую тогда, что же мне попробовать сделать. Ну-ка, если я его сюда подведу, есть у меня здесь... Есть ОМГ-момент. Ой, мне что-то пишут. Ребят, не в тему вообще. Сейчас будет ОМГ-момент, потому что... И мы полетим на Сашке. И он такой нас на станнер ловит и побеждает. Вот это вообще, это было бы жесть. Но нет, какой тут? Вы о чем вообще? Оу, я. Если вы меня вот так будете часто приглашать, я вас просто удаляю из друзей и добавляю в черный список. Не надо так делать. Если я с одного раза не зайду, нахрен вы постоянно так делаете, спамите. Чуваки, не надо. У меня 31%, это очень мало, потому что я провел только что свой МГ-момент, и... Не знаю, что мне дальше делать. Было бы классно что-нибудь реверсировать у Сашки. Что ты делаешь со мной? Не надо. Аккуратненько. Сейчас нужно быть аккуратненько. Я очень много нанес урону Сашке, но... Как бы и сам наполучал, непонятно как, каким образом, очень много. Ой-ой-ой, заброшенный на ринг. Я... Мне это... Нет, какие нахрен приглашения? В жопу иди! Без лишних эмоций и слов. Иди в жопу. Эть! Среверсировать не получается. Бэкдроп. Бэкдроп от Сашки. У нас есть финишер. Какой пин? Ты что? Хуа! Попал! Капец! Блять! Реально? Он тупой? Возвращаемся в бой. Я его заблокировал. Ну, блин, это реально отвлекает внимание. Но главное, мы тут среверсировали вроде что-то такое, да? Но сил нету. Сил вообще на исходе. Сашки вообще весь в кетчупе. Нужно что-то решать. Нужно что-то делать. Нужно реверсировать. Но слишком быстро я нажимаю. Да как слишком быстро? Сашки ничего не может нам сделать. Хорошо, реверсируем. Очень хочется посмотреть, что же у нас там за сигнатура. Но нужно восстановиться. А восстанавливаемся мы вполне себе быстро. Так же, как в Сашке, в принципе. Если посмотреть... Не-не-не, ничего не проводи. Клю. Удар в колокола. Это такая фишечка будет Сириус Киллера, да? Он как бы фейс, но вот позволяет себе вот такие вот капризы. Так. Иди сюда. А почему ты его хватаешь? А, потому что Сашке среверсировал Russian Leg Sweep. Я хочу узнать, что за вторая сигна у Serious Killer. Как бы понятно по названию, может кому-то, но не мне. Эй, не. Вырываемся опять. У меня сердечко ёкнуло, если честно. Так. Вот, подводим. Облокачиваем. Эй, облокачиваем, я сказал. Сигнатура. Вот она, сигнатура. Что это такое? Это реверс... А, нет, это стиль Дина Эмброза. Понял. И очень бы хотелось реверсировать. Точнее, украсть финишер Сашке. Ну! Ну! Что такое? Сил нету или что? Чарж финишер. Это будет наш финишер или... Это станнер. Это финишер Сашке. А мы еще можем свой провести. Сразу же делаем еще один вейкап таунт. Надеюсь, он не реверсирует. Нет. Хорошо. Зигзаг. И делаем пин. Да нахрен на камбэк. Делаем пин. Пин. Пауэр пин. И мне кажется, это все. It's over. Если вырвется, это будет жесть. Три. Все. Поздравляю. Мне нет слов. Этот человек просто... Я не знаю. Был крутой бой. И мне нечего сказать. Одни эмоции, вот честно. Сашке так поморгал сейчас, как в мультике каком-то. Инопланетянин такой. Прилетел на Землю, поморгал. Капец. Просто no comments. Я не знаю, что я могу сказать, лишь поздравить Serious Killer'а. Но я говорю как зритель. Со стороны. У нас двойной чемпион. Один? Нет, нифига. Одного мало. Я просто за волосы сейчас схватился, так типа. Я как бы сам это все играл, да, понятно, но я как зритель в ахере немножечко. 2002 год. Это прошлое. Что происходит? Не знаю. Просто no comments. Избивали Сашке, словно это не легенды. Ну, в смысле, не Санек, а сложность. Я могу лишь поздравить Serious Killer, опять же, и все.
Нечего сказать. Это жесть. Выходим отсюда. NXT Championship Unlocked. Просто вот молчу и все. Я не знаю. Фу, это было адское шоу, это было крутое шоу. Crash Boom Bang. Вот main event точно этому соответствует. А у нас снизу какие-то rivalry появились. Или что? Капец. Я могу вам сейчас лишь показать только карт на следующее шоу. Следующее шоу-то у нас Ро. Я думаю, мы с вами договорились, что мы играем Ро, ОВЕ и ППВшки от этих шоу. Карт таков. Кори Грейвс против Люка Харпера. Второй матч Сэмми Зейн против Русева. Это мы можем сразу пропустить, не будем играть. Rivalry бой. Шеймус против Кофи Кингстона. Шеймус, напомню, United States чемпион. И мейн эвент Джон Сина против Брок Лестера. Наконец-то Дэниела Брайана сюда не засунули, а один матч. Матч один на один Джона Сины и Брока Леснера. False Count Anywhere, ну это такое себе не очень утешительное. Не очень утешительный тип боя. Ну, как-то так, в общем, сразу смотришь так на Ро и как-то скучно. Ну, и, ребята... Ну, не, будем играть Ро, посмотрим. Все-таки там тоже что-то интересное происходит, кого-то уже что-то зацепило, какие-то заставки, да? Особенно вот эти мейн-эвентовские. Но карта вот таков, мне больше сказать нечего. У нас лишь есть www.top.com сайт, где есть некие новостехи. Serious Killer выиграл WWE Championship, ну, в общем, стал главным чемпионством, ну, ОВЕ, назовем это ОВЕ. Serious Killer выиграл Hardcore Championship, один Serious Killer у нас в новостных лентах, и все. Здесь все старое, здесь вообще не то и не интересное. Выходим отсюда. Что я вам еще могу показать? И, кстати, да, то, что я говорил в начале, люди, пожалуйста, перекачивайте своих рестлеров. Вообще, было бы круто все так оставить. Я могу, окей, я не знаю, зачем вы прям матирки меняете или что вы там делаете. Но я бы не хотел все менять. Ну ладно, давайте зайдем в противостояние все-таки. OVE Tuesday Night. Сашке против Артем Бэдгая. Откуда это вообще? Скажите мне. С чего вдруг? Сашке никак с Бэдгаем не пересекался. King of Death против Олмера. Тоже вообще никак не сходится. Самонин против Сергея Кулаксиза тоже никак. Вообще, 8-12 неделя, что? А, это длительность, наверное, да? Честно, вот, ребят, я вот... Вы перекачаете своих персов? Я бы хотел сам поставить противостояние уже на прошедших событиях. То есть, например, Олмера против Бэдгая с противостояния сделать. Ну, не зря ведь нападал, правильно? Что это будет тупо, если... Просто напал и ничего не происходит дальше. Потом что-то с Serious Killer нужно мутить обязательно. Здесь его ведь даже вообще нету, хотя он у нас чемпион. Но он и так, наверное, будет фигурировать везде. Ну, не знаю. Ну и что-нибудь еще можете сами напридумывать. В общем, я не знаю, как быть. Рестлеров вы можете перекачивать, перезаливать там, да. Я скачаю их через несколько дней. У меня экзамен, сейчас скажу, когда. У меня экзамен 8 числа, 8 июня. Вот после 8-го я буду качать ваших челов. 8-го, наверное, и прямо и скачаю. Вот. И, ну, если что будет не так, я вам заранее в группе напишу. Следите там, да, в теме. Вот. Короче, а что касается общего вопроса, и это я обращаюсь ко всем, что же нам делать с противостояниями? Оставлять то, как есть. Конечно, люди, которые здесь в списке, они скажут, давай как есть. А с моей точки зрения нужно добавить... исходя из предыдущих событий, которые у нас были. Но, кстати, если вы меняете своего чела с фейса на хила, то вы мне об этом обязательно напишите, чтобы я себе в листочке поменял, чтобы я знал, что если что, то ладно, противостояние не получится. Ладно, сейчас об этом вообще не хочу говорить, потому что главные события шоу просто, я не знаю, взорвали мозг. Очень было все круто, я не знаю, как вам. Какие-то бои, может, больше понравились, какие-то меньше, но эмоции были, особенно... Не знаю, в мейн-эвенте, может, в тактиме или в матчах за титулы, а может быть, просто какие-то другие. Все мне понравилось, не знаю, как вам. Я рад, что у нас есть ОВЕшный бренд. Всем спасибо за просмотр, с вами был Максон. Увидимся, ну, не сказал бы, что скоро, но я постараюсь в ближайшее время. Всем пока.